Дорогие граждане Донецкой Народной Республики, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым Годом. 2017 – это год значимых юбилеев, год столетия великих социальных преобразований на территории нашей Родины, год столетия присвоения статуса города столицы нашей республики – Донецку. Мы верим, что 2017 будет годом новых значимых достижений для нашей республики. А вам, дорогие граждане, от всей души желаю мира, счастья, здоровья, благополучия, взаимной поддержки и веры в себя и свои силы. С Новым Годом!